Хей, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, короче, мы закончили на том, что... Что-что? Правильно, я не помню. Так, пистолет, дробовик, а на четверку базука. Нам нужно найти логово Генри. А для этого... Блин, давайте... Да, логово Генри нужно найти, а после... Что там? А после тэпнуться в этот. Есть поблизости? Давайте, короче, здесь через тап полечу. Нагорье заповедник. По сути, это одно и то же место, а разве нет? Кажется, нет. Ладно. Телепорт, потом мы выполним сейчас эту миссию. Сразу отправимся в этот. Так, разместить... Бац. Разместить, телепортировать. Полетели. Короче, логово Генри зайдем. Выполни там заданицы. А, так это они далеко, что ли? Да, смотрите, оно как разносит там. Ни хрена там урона. Кто палит? Кто посмел мне по мне стрелять? Так, а что у меня по инвентарю стоять? А то я так бегаю. Ай, почти заполнен. Базука только. Ай, вот почему он постоянно садится в кузов, блядь, с оружием? Да. То, что оно не управляется нормально, это да. Мы сейчас вот как сделаем, смотрите. Или не сделаем. Я сейчас попытаюсь... Попытаюсь разогнаться. Почему я не могу заехать? Я хочу заехать туда. Не дает заехать на машине. А не, я собрал. Ха. 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 Еще. Изи. И нужно убить самого Генри. Привет, Генри. Генри, что такое? А почему, типа, Генри взрыв не брал? Окей. Не, ну... 2к урона с одной бочи, это жопа. Я не... Тихо. Еще что-то и выпало. Потом поедем все это продадим в городке. И как раз и через город мы и отправимся в этот. Так пипец, а чё машина такая легкая? А, то есть теперь бочки тебя трогают, да? Или нет? Ты
Так, тихо, подбираем шмотки. Эридика. В принципе, все плюс, кроме... А, не, емкости урона нахер надо, все. Так, открыть коробки. О, там еще эридия, вижу. Тихо. Эридия очень важна. Эридия — это моя прелесть. Я кулаком открыл? Лучший день матери. Открыть подарок ко дню день матери. Так, Влюбленный толкает. А, так он, ладно, вообще херовый. Все, выходим отсюда. Так, а теперь мы отправляемся в город. Блин, или едкие пещеры отправиться. Вот это поздавать, типа. Дыра в убежище. Ладно, погнали. Все-таки отправимся, поздаем. А потом сюда вернемся и дальше поднаделываем. Задание. Едкие пещеры сходим. А в старое убежище. Я типа юзаю бакс со скоростью. Так, убежище, поехали. Сейчас продадим там ш... Или давайте в убежище все-таки попродаем вещи. Давайте начнем так. Это на что? Короче, с гонщика начнем, нашего этого. Со скутером. Ящики сразу подкрываем тоже. Может, Эриди будет. О, Эриди, ништяк. Конечно, маленький шанс, но все-таки. Спасибо, чувак! Долбаные крысы! Я был так близок к тому, чтобы ее потискать! Хоть кого-нибудь, хотя бы разок! Ты уверен, что у тебя было бы что-то с ней? Не так все плохо. Попадается с бош всякое барахло, мои автоматы решат проблем. С огнем, ладно, оставлю. Так, или огонь тоже этот продать. Да, давайте продадим. Инвентарь. Привет. Думаю, тебе пришло в голову прослушать мои записи. Я спрятала обширный материал, который собрала после открытия хранилища 5 лет назад. В припадке паранойи я не записала, в каких местах находятся эти сведения. И я тебя щедро... Что я скажу, щедро вознагражу? Хм. Ну да, что ж ты еще хотела сказать мне? Ну, бля, теперь лазить нужно везде и искать. Давайте тогда отсюда, вот так по кругу, и как раз дадим еще задание одно. Так, вижу одно. А, я понял, это вот тут оно. Ну ладно. Меня переселили в убежище вопреки всеобщим желаниям. И моему. Я никогда не хотела жить здесь. Я была рада дожить свои дни в необычном жилище с 2 потолочными стульями, которых я встретила в баре. О, они очаровательны. Почти не говорят по-английски. А если ты не знаешь, что такое потолочный стул, мне жаль твоей потраченной жизни. Я должна поговорить о свиткороге в комнате.
Причиной моего переезда стали продолжительные и систематические пытки от рук сообщников Джека. Роланд и его развитые грудные мышцы были достаточно любезны, чтобы вручить мне ключ от хранилища после пробуждения разрушителя. Не путать с воином. Серьезно, между ними ничего общего. А ты кто у нас? Искатель. Ништячок не нужен случаем. Давай. Ни хрена себе. Извини, все ништяки закончились. Вот это, кажется, если не ошибаюсь. Извини, лут закончился. Может, попозже порадую чем-нибудь. Давай. Ну ладно. Так, у железяки где-то валяется. Ах, да, пытка. Несколько раз я вежливо просила принять необходимые меры против бактерий на инструментах. Но мои слова попадали в уши к идиотам. Они снова врезались в мою плоть. Я периодически теряла сознание и шептала потолочным стульям, что все будет хорошо. Клорк сначала боялся. Все его четыре ноги дрожали на холодном потолке. Но он знал, что ради меня он должен быть сильным. Тогда они занялись его братом Филиппом. Филипп, я просто... Филипп был таким храбрым. Он был таким храбрым ради меня. Когда пилы начали отрезать его ноги от тела, Клорк кричал от боли за брата. Даже когда один из палачей сел на него и приглушил его крики. Последнее, что сказал Филипп перед тем, как отправиться в деревянный рай, было... Я люблю тебя, Петти. Люблю тебя. И потом он умер. Почему мне кажется, за что это ты его убила? С научной точки зрения убийство старого шлёпа было плохой идеей. Но с мстительной точки зрения я благодарен тебе. Здесь, в убежище, одиноко. Конечно, Клорк бубнит что-то под потолком, но это не то. Джек многое отнял у меня. Джек отнял единственное счастье, которое у меня было в этих бессмысленных поисках воина и власти. Месть бессмысленна, как музыка. Но я позволю себе отомстить. Я позволю себе способствовать его крушению. Запомни мои слова, Джек. Ты скоро умрешь. Все, твои задания. А, хроники моей пытки. Пожалуй, подогрею холодное какао и снова их прослушаю. Можно вот это открыть мне, пожалуйста? Кажется, нет. Ладно, тогда продаем и отправляемся дальше. Зачем обирать мертвых, если можно купить пушку у меня? Блин, хотя смотреть. А, не, это... А, такой здесь 300 чем-то, тю. А еще что-то сравню с уроном. Смешно. Я всегда рад избавить тебя от лишних. Па-па-па-па. Заповедник. Отправляемся, короче. По голове у меня что-то новое есть? Нету. Ай, точно, стоять. Прокачаться. А у меня сколько иридия? Там 20, да, нужно. Либо покупай, либо вали отсюда! Ладно, давайте я попытаюсь выиграть одну эту ништячёшку. Ай, почти. Ну все. Ну все, в принципе, можно дальше делать. Так, ну за 50 я не буду делать. Ты где шарик? Какой шарик? Так, полетели. Ой. По сюжетке у нас остается 15 минут на сюжетную локацию. Ну, если там будет быстро, то просто пробежимся, да и все.
внимание, друг. Заповедник, заповедник. Только где он хотя бы находится? Стоять, а где он хотя бы находится? Через дорогу наверх. Там, да, где-то? А, он там, наверху, ё-моё. Ну ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо! Ой, хорошо, что здесь не высоко было. Тогда здесь объезжаем и пробежим. А нет, это не то, о чем я подумал. Ну ладно. Все равно. А почему мне хп отнимается? Почему у меня не фул хп? Понятно. Гиперианский заповедник. Так, стоять. Он жетончик дали. Урон, урон, меткость. Меткость. Так, а здесь. Я хотел задание посмотреть уровень. 19-19. Уверен, твой друг Железяка смог бы пробраться через это силовое поле. Правда, он слегка устарел, ему нужно обновить софт. У Мордека есть все, что нужно. Он живет рядом с заповедником, и кажется, ему нужна твоя помощь. Я не хочу с ними драться. Поэтому я еще лучшее решение это обойти все это дело. Ладно, давайте лучше так обойдем. А вон Мордекай, да? Я его уложу. Они пока меня не видят, поэтому нормально. Пока жить можно, пока не видят. Может, Мордекай просто пробежать и все? Как обычно, зачем-то тянуть кого-то там за хвост? Можно быстро все сделать. Мордекай, я уже бегу. Вот солнышко подъехал. Да, они там типа все, они от меня отстали. Маячки. Оу. Сейчас иду. Эй, слушай, я тут узнал про убежище. Ни хрена себе карта. Это в порядке? Извини, что пропустил все веселье. В Тундра Экспресс появились люди Гипериона, так что мы с Кровокрылом сделали ноги. Кровокрыл дал мне уйти, но... Ой, эти ублюдки. Его схватили и принесли сюда. А Роланд мне уже во всем сообщил. Все мои данные, в том числе апгрейд для твоего друга Железяки на чипе, который встроен в ошейник Кровокрыла. Но Гиперион похитил его. Давайте я немного погромче сделаю. Вот так. Там, мне кажется, его очень тихо слышно. Спрятал в заповеднике. А, рад тебя видеть. Кстати, я уже полчаса тут все осматриваю. Похоже, в одиночку не справиться. Если сможешь пробраться в док, я тебя прикрою. Почему ты такой тихий, Мордекай? Голосов же максималка стоит. Покажу, где прячут Кровокрыла. Спаси мою птичку, и тогда получишь софт для Железяки. Легко. Я вас прикрою, как в Тундре Экспрессе. Давай. Смешной такой. Похитил Кровокрыла и думает, что я отстраиваю. Я не понимаю, почему я урон не получаю от падения. Типа орать, там типа, что если с моей птичкой что-то случится, то я бла-бла-бла. Да не, мы с Кровокрылом через многое прошли. Я знаю, он сумеет за себя постоять. Так. Я вижу, что там дверь закрыта немного. Давайте на обход через камень.
А, я понял. Спасибо, спасибо. Против тебя выдвинули крошика. Шорт, секунду. Я что-нибудь придумаю. Давай, давай. Так, у меня идея. Если ранишь достаточно грузчиков, а не убьешь, то им придется открыть ворота, чтобы вызвать подкрепление. Это вот не повредил. Теперь другим займись. Убивай их, иначе подкрепление не появится. Все? Круто! Дверь открылась! Собирать кровокрыл должен быть в одной из камер на противоположной стороне! Воу-воу-воу, тихо-тихо! Тогда железяку ждет апгрейд! Я стреляю точнее, когда бухой! О! Давайте просто пробежим. Попробуем. Пока они не успевают появляться. О-о-о! Иди эту траву режь там. Добро пожаловать в заповедник эксплуатируемых животных. Джек говорит, что построил его для развития науки и прочей муры. Но все это вранье. На самом деле, они тут шлаком просто заливают все подряд. Ты должен вытащить кровокрыло оттуда. Ну что, Сэмми, давай начнем тестирование. Называйте меня доктор Сэмюэлс. Подобные еще в сознании. Вы же не хотите? А, извини, я не слышу тебя из-за шума от людей, которым не вводит дым. Этот ключ от хранилища не выбрасывает дырки на поверхность просто так. У нас есть дырки, так что мы можем ставить их... О, да ты уже в заповеднике! А да. Я как раз собирался заманить тебя сюда и убить, но ты... ты уже тут как тут. Спасибо, что избавляешь меня от лишних хлопот. Да, без проблем. Шлакомутация — это жуткая грубая наука, идущая вразрез с человеческой этикой и моралью. Стоит ли говорить, что я питаю к ней огромный интерес? Принеси мне образцы шлака, который Гиперион испытывает на животных. Короче, я понял, что... Херовая идея, да? Собрать образцы шква... Как, где мне его найти? Где образцы находятся? А, плевать, просто бежим. А у меня точно эта миссия просто стоит? Конечно, нет. Но мне внутрь нужно, поэтому... А что за это? Подожди, локация. Пристройка естественного, что-то там. А почему у меня здесь нету, я не понимаю, миссии этой?
отошли. Отошли. Да. Итак, я вам и дался, слушайте. Так, а тут закрыто. Давай, а как, почему дверь не открывается? Все, минус грузчик. И что? Давай, ну где оно? Ты что, думаешь, я тебя не вижу? От шлака не убежишь. О, еще один вылез. GG. Да, двери почему не открываются? Нахера вы мне игру тянете? Так, тихо, давайте, наверное, все-таки вместо базуки поставлю электрический, потому что, блядь, они меня уже бесят. А теперь... Все, готово. Открывайте. До свидания, понял, ты жесткий. И как это понимать? Рвешь его? Давай, я верю в тебя. Давай. Хорош. До конца, как мужик. Лакрейл должен быть в одной из этих камер. Насчет других уродов не надо волноваться, они тебя не тронут. Так что просто найди Кровокрыла, тогда ты сможешь перепрошить железяку и пройти сквозь стену смерти. Ясно, через эту не могу взять. Это что такое? Свидетель, ты умрёшь!
Я бандит! Тихо. Переключись. Ну! Где эта крыса? Что, блядь? Он просто стал невидимым, улетел. Он улетел за этим, блядь. Ладно, не беда. Еще раз сделаем все. Еще раз все сделаем. Рецепт у врача. Я просто не понял, куда эта тварь улетела мелкая. Типа там по нему одно попадание нужно было сделать, чтобы он сдох. Ну нет, конечно, мы ж не сдохнем, мы будем меня дальше атаковать. Вот где он? Нихера себе. Золотистого цвета. Ну ладно, иди в сраку. Черепная чума. Она могла заразить. Эй, а ты помнишь свою жену? Ты хочешь ее увидеть когда-нибудь еще раз? Вы не можете. Я не слышу. Ты нашел его? С ним все в порядке? Я его не вижу. Загон кровокрыла. Ищешь кровокрыла? Ой, а я забрал его несколько часов назад. Перевел в более живописное место. Кровокрыла там нет? Вот черт, Джек над нами издевается. О, стоп. Я заметил какое-то шевеление в корпусе наблюдения. Возможно, кровокрыла перевели туда. Просто иди вперед, амиго. Короче, всех, да, поосвобождали? Давайте сюда, в этот загон. Нужно, короче, их пообманывать, поубегать туда-сюда. И забежать, забрать этот. А подождите, или из них выпадает? Нет, из них не выпадает. Пропустите! Давай, по прямой, бежим. Нет, не надо! Что происходит? Кто это? Сегодня великий день, Майя. Сегодня ты наконец спустишь ход свои навыки. Кто эти люди? Террористы, преступники, злодеи. Ты уничтожишь их, ибо это твой долг. Это то, чему тебя готовили. Кэп. Мои мальчики организовали этот заповедник, чтобы полностью изучить все возможности шлака. Понимаешь, это не просто стихийное вещество. Если умеешь его правильно использовать, он... Вот это что за проход был? Там закрыто, да, было? Ладно.
Ладно, там было закрыто. Я не хочу с ними драться, хочу просто пройти эту локацию и все, и закончить серию. И... куда мне идти? Хорошо, давайте наверх. Мы застрелим в невидимых стенах. Найс. Ладно. Я не понимаю, когда мне... О, ворота открыли, наконец-то. Да-да-да-да-да-да-да, пуляйте, пуляйте, пуляйте. Да-да-да-да-да-да-да, давайте там развлекайтесь сами, ребят. О, тихо. Тихо-тихо-тихо, забираем, убегаем. Правильно же бегу? Да, правильно. Что я вообще сделал? Подожди. Мне нужно сообразить, что я нажал. А, понял. Кажется, я упустил, да, ее? Хочешь вернуть кровокрыла, да? Какая жалость! Я тут провожу над ним очень интересные эксперименты. Не хотелось бы его отпускать. Ну да ладно. Он весь твой. Боже ж мой. Безбашенный! Сдавайся, малыш! В распоряжении кровокрыла целый арсенал. Огонь, электричество, коррозия, шлак. А где урон? О, черт, забыл последний урон, а? Что ж там еще-то было, а? А где урон? Проклятие, ты просто ослабь его, а я вошу в него дозу транквилизатора. Добро. Извини, солдат, но тебе придется сбить кровокрыла. Делай, что хочешь, чтобы спасти его, но если не получится. Он нужен нам, чтобы проникнуть в зону управления ангелом и забрать ключ. Это самое. Огонь! Так, огонь. Что еще там? Осторожно!
когти! Все будет хорошо! Сейчас дадим кровокрылу успокаивающего, доставим в убежище, а там Зет его подлечит! Уходи! Он пикирует! Ну, у меня щит, мне насрать. Тихо-тихо-тихо, мне тогда нужен этот пистолет какой ништяк, а ну тихо, поменять. Мило. Он пикирует! Уходи! Кровокрыл, тихо! Успокойся! Вот какие... Так, а могу я вернуться обратно и забрать последнюю запись? И забрать последнюю запись. Не, ну эта штука уже помощнее будет. Блин, а как я его мог упустить? Нужно посмотреть, где я ее упустил. Что там вообще происходит? Где? Что? Как? Когда? Что? А я не понимаю. А вот и моя старушка. Я не понимаю, но типа с автонаводкой? Не, не с автонаводкой, показалось. Не шевелись, блин! Пустая трата времени. Ладно, побежали сюда. О, калаш. Выглядит как настоящий калаш. Так, меньше, что у нас есть меньше 400? Выбросить.
Выбросить. Так, 413. Черт, куда я подевал свою скрипку? Я же собирался наигрывать на ней цинично и саркастично. Я же еще вчера ее здесь видел, а? Блэк! Ну ты где? Тащи сюда скрипку быстрей! Я сейчас все сделаем, подождите, мне нужно... вот это задание. Заповедника. Подожди, стоять. Заповедник. А, что, уже нет? Ну ладно, возвращаемся тогда. Есть еще порох в пороховницах. Тогда валим. Может, по бомбу поменять? Хотя тут до хера коррозия. Пускай остается. Значит, я долго бегу. Я хоть туда бегу, да, туда бегу. Бегу куда надо. Эй, погоди, да ты же не думал, что выйдешь отсюда живым? Искатель, ложись. Ой, да ладно, вот это ваше... Ложись, что он мне сделает? Я все равно сейчас пробегу их нахер. Он ваншотнул их. Я почти это апнулся. Мне еще немного опыт и плюс левел. Левел ап. Сейчас, если ничего, диалога никакого не выйдет, тогда здесь закончим, поздадим следующей серии заданий и продолжим. А, да, все, круто, нашел. Итак, это песня для тупой птицы Мордекая в ми-мажоре. Да чтоб вас всех, время для искрометной шутки упущено, умолкни уже. Пока вроде все тихо. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.